Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня новое браузерное расширение без вложений. Называется Soctotop. Значит, первая биржа заданий с расширением. Множество способов заработка. И что он нам предлагает? Заработок за комментарии и отзывы. За лайки, репосты и подписки, за просмотр видео и просмотр рекламы в браузере. Установить расширение. Так, зарегистрироваться, установить расширение и зарабатывать. Участников уже более 20 тысяч. Я буду все делать, друзья, в режиме онлайн. Нажимаю регистрация. Значит, вводим логин. Email, два раза пароль и решаем пример. Поставлю пока на паузу и зарегистрирую. Нажимаю создать аккаунт. Так. Извините, такой логин уже занят. Ага. Ну, напишем тут другой. Создать аккаунт. Угу. Другая. Ввожу капчу. И я попала в кабинет. Так, ну вот здесь как бы наша страничка. Теперь нам нужно установить расширение. Нажимаю «Установить расширение». Перебрасывает меня в магазин Google Chrome. И нажимаю вкладочку «Установить». Проверка. Нажимаю «Установить расширение». Так, сейчас оно загрузится. Так, расширение успешно установлено. Вот оно, вот так оно выглядит. Нажимаем сюда, и здесь наша статистика. Баннеры, задания, посещения. Так, рефералы, логин мой. Здесь отображается наш баланс. И так, рекламный контекст 18+. Я это, наверное, отключу. Так, возвращаюсь в кабинет. Закрываю теперь этот магазин. Что у нас здесь в кабинете? Новости. Так, конкурсы здесь есть. Так, реклама, мои задания, посещения, реклама в браузере. Что у нас здесь? Ага, ваша реклама. Так, здесь рекламить наши проекты. Значит, здесь мы что у нас? Заголовок пишем. Вставляем сюда ссылочку. Выбираем, сколько секунд. Будет длиться 20 рублей за 1000 просмотров. Ну, довольно-таки недорого. Значит, показывал человеку в сутки сколько. Так, максимальное количество показов в минуту. Здесь тоже по нарастающей идет. Это уже на выборы ваша реклама содержит. Так, контекст. Ага. Да, нет, страна. Выбрать страну. Так, и нажимаем создать. Так. Ну, здесь далее что? Здесь наша статистика будет. Личный доход, доход от рефералов. Далее что? Настройки. Так, у нас тут что? Яндекс кошелек, Киви и Payeer кошелек. Это я потом уже сделаю. Здесь изменить пароль, персональные данные, имя, фамилия, ВКонтакте, Фейсбук. Конечно, это все нужно желательно заполнить, все данные. Можно установить аватар. Это тоже, чтобы не затягивать видео. Так все делаю в режиме онлайн. Далее ранг. Так, ваш ранг новичок, 0 баллов. Здесь уже сами почитаете. Так. Далее. События, сообщения, заработок.
Значит, партнерская программа. Здесь у нас реферальная ссылочка для пользователей. Вот она. И для привлечения рекламодателей. Я как бы буду здесь все зарабатывать. Так. Партнерская программа. Так. Ага, здесь у нас список рефералов. Реферальные зачисления, статистика переходов, рекламные материалы. Так вот он выглядит. Так. Так, здесь выполнение заданий. Это по желанию. Я не люблю эти задания выполнять, как бы. Ну, YouTube можно, конечно, посмотреть, если там просмотры. Вот. И вот здесь очень много заданий. Видите, и, ну, и расценка по 36 копеек, рубль 30. Вот. Уже сами тут все просмотрите, нужно вам это или нет. Вот смотрите, для продолжения просмотра пройдите капчу. Давайте пройдем капчу. Что здесь у нас за капча? Ага, найти число 23. Где у нас здесь число 23? Вот оно вот так. Нажимаю подтвердить. Просмотр рекламы активен. Все. Это можно окошечко закрыть. Так, ну, задание, так, установка расширения установили, история зачислений. Далее, что у нас здесь? Вкладочка «Пополнить баланс». Это для рекламодателей, кто будет рекламить свои проекты. Вывести средства. Вывод здесь минимальный. 10 рублей. От 10 рублей идет вывод. Так. Убираем платежную систему. Только в настройках нужно сначала прописать платежные реквизиты. Сюда сумму. И нажимаем создать. Минимальная сумма вывода 10 рублей, как я и сказала. Здесь у нас будет отображаться история операций. Так. Так, партнерская программа. Опять же. Служба поддержки. Выбираем, пишем тему. Краткое сообщение. Нажимаем отправить. И форум. Здесь как бы новости проекта. И, в общем, технические вопросы. Так. Общение, беседка, добро пожаловать. Как бы тут проект расширения платит, так как уже идут выплаты. Уже все получали. Вот, смотрите, новый сайт доступен для просмотра. 15 секунд. Перейти, и 3 копейки мне заплатят. Это я потом, друзья, все буду делать. Значит, ну здесь новости, как бы это все тоже можно прочесть. Вот такое вот расширение. Кому интересно, устанавливайте, зарабатывайте. Будет что выводить, как бы буду делать видеообзор, как бы на мониторинге он у меня. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!